Судзілі 65-гадовага сямейнага дэбашыра Івана Шэўчыка па артыкулу 153 крымінальнага кодэкса Беларусі на ўмыснае прычыненне цялесных пашкоджанняў. Напярэдадні, прыйшоўшы дадому, у нецвярозым стане ён распусціў рукі і збіў жонку. Вынікам сямейнага дэбошу стала заява ад яе ў міліцыю. Была заведзена крымінальная справа. На гэтае адкрытае судовае пасяджэнне ў ЖЭСе запрасілі і іншых падобных хатніх тэранаў, каб паказаць, якое пакаранне можна атрымаць, калі эмоцыі ў нецвярозым стане зашкальваюць, чалавек не кантралюе сябе и так ставится до своих близких. Подсудный Иван Шевчик и ранее притягивался до криминальной отказности по разных артикулах. Тому решение суда на этот раз было наступным. Назначить Шевчик Иван Дмитриевича наказание в виде ареста на срок 2 месяца. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю, подписку о невыезде и надлежащем поведении. После вступления приговора в законную силу взять под стражу. На основании статьи 107 Уголовного кодекса Республики Беларусь применить к Шевчику принудительные меры безопасности и лечения, принудительное противоалкогольное лечение. Взыскать Шевчика Ивана Дмитриевича в пользу потерпевшей Шевчик Любови Владимировны возмещение морального вреда 5 миллионов белорусских рублей и госпошлину доход государства в сумме 630 тысяч рублей. І хаця пасля жонка дэбашыра забрала заяву з міліцыі, пракуратура вырашыла давесці справу да канца, каб паказаць у мэтах прафілактыкі, што можа быць за падобныя ўчынкі. Чым примечательна это уголовное дело? В целях профилактики подобного рода преступлений в взаимодействии с органом внутренних дел Московского района были приглашены лично состоящие на учете, которые отбывают наказание в виде ограничения свободы, в виде исправ работ, дабы показать, а также лица, которые склонны к совершению преступлений, правонарушений, либо запотребляющие спиртными напитками. На примере этого дела показать и донести до населения, что за совершение преступления лица несут весьма суровые наказания. Юрий Пежур, Сергей Матвійчук, телерадіокомпанія Брест.